посланцы жизни. Вы люди будущего. Мы сейчас бежим, но мы еще вернемся сюда. Вот тогда проявятся те качества, которые я дал вам. Вы сможете мгновенно переноситься в пространстве и быть там, где вы всегда нужны. Вы сможете подолгу находиться без воздуха, без пищи, без сна, не бояться ни жары, ни холода. Вам будут чужды сомнения и страх. Нас будет много, и мы очистим наш мир –